Всем привет, друзья! Сегодня будет небольшой обзор массажной лейки Wasserkraft, которая называется А003. 5 функций здесь, как видите, 1, 2, 3, 4, 5. Массажные. Сейчас я подключу ее и посмотрю. Первое это, что же здесь внутри. Сейчас давайте посмотрим, как выглядит лейка. Внешне вот так вот. Здесь видим, что есть насадка. Пластиковая вот эта вот штука снимается. И здесь небольшой фильтр. Вот. Хром вроде неплохой, без царапин. И давайте попереключаем. Раз, два, три. Ну, очень приятно переключается. Прямо как, я не знаю. Вот. Соответственно, сейчас снимаем вот эту и прикручиваем. Здесь вот старая лейка. На старой, как видели, нету вот этого фильтра. Мы его, кстати, сейчас поставим, посмотрим все как будет. Итак, ну, короче, сейчас прикручу и буду включать режим. Ставил туда и закручиваю. Прикрутил, давай теперь проверим. Включаем. Чувствуется, что массажная, то есть не просто льется вода, а что она пульсирует, как бы включается, выключается. Включается, выключается. Причем, видите, вот все работают, потом сейчас. Это, наверное, было выключить. Ну и такой режим, видите, тоже пульсирует. Тоже типа массажа. Ну, по крайней мере, неплохо. Режима получается 5, точнее 4, хоть и написано, что 5. Потому что вот этот режим, он просто не работает. Что с ним происходит, я не знаю, просто не работает. Вот так вот. Ну, по крайней мере, то, что есть. Для такого напора воды, конечно, может, это и не особо круто. Но, по крайней мере, то, что есть. Ну и выглядит вот так вот.